Ребята, эти котики попали в опасность, и только вы можете спасти их. Пожалуйста, поставьте лайк под это видео и подпишитесь на канал. У вас есть ровно 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5! Ура! Благодаря вам котики спасены. Приятного просмотра. Ба, опять ты что ли? Опять ты, девочка! Какая неожиданная встреча! У меня есть кое-какой вопрос. А как тебя зовут? Девочка Кирочка Алмазная. А, то есть у тебя больше имени нет, вот ты как Алмазная Кирка, так... Нет, стой, ба, еще есть, меня зовут Фласочка, Фласочка Алмазная Кирочка. Понятно, так подписчики, но пишите в комментариях, а кто вы, собственно, по масти, так сказать, а какое у вас имя? Просто напишите свое имя. Да, напишите, какое у вас имя, и мальчик вы или девочка, ну или может быть какого-нибудь другого гендера. Все пишите. Так, пойдем, Кирочка, будешь на меня работать. Ой, опять создали, чтобы работала. Зачем мне все это вот так вот? Давай, эксплуатируем женский труд. Выходи. Какой женский, бабусь? Я понимаю, что налево ходить плохо, но нам налево. А, налево? А, стоп-то право, вот сюда, что ли? Да нет. Нам сюда, вот Бау. Ты вышла из двери и налево. Это не бассейн, если что. А, вот это бассейн рабочие. Устали работать, залили бетоном. О, господи, каким бетоном? Наоборот, бетон они наполовину раскромсали, а половину устали делать, поэтому делаю это ты. Ба, может быть, поможешь, а? Ну, какой поможешь? Давай, работай. Да, ё-моё, да чё я тебе этот, что ли? Ну, это Кирка, самый... да? Ага, я тебе чё, Кирка, что ли, меня так эксплуатировать? Я тебе не Кирочка, но я тебе сейчас тут всё разбабашу, бабусь, ты смотри. Вообще-то ты Кирка, ты мини-женщина Кирка, правильно? Я не женщина, я девочка Кирочка, алмазная Кирочка, маленькая милая девочка Кирочка. Так, всё, ну я что, пошла как он вот там? Ба, ногу подвернула. Что такое, девочка? Ба, достань, ногу подвернула, бабусь. Господи, подожди, сейчас бабка за другой Киркой сгоняет. Ба, нет, прошу, достань меня, бабусь, я же живая, достань меня, ба. Да подожди, сейчас бабка замутит, подожди. Не ноду. Ой, ба. Давай, господи, что ты спина робишь? Больная. Ба, давай, копай меня. Давай, ребенок, выходи, а вы подписчики лайки ставьте, потому что, видите, Кирки плохо, они обычно лечат тупо целебное зелье. Кирочка ножку подвернула, плохо мне, не могу, не шо робить. Может, это поможет? Шо это? Шо це? Нет, ба, не помогает оно мне, шо делать? Хотя дай съем. Подожди, господи, ты что, кайф теперь ловишь? Нет, мне плохо, ба, яблоко гнилое было. Оно же, ну да, ну какое я осталось, извини меня, ба. У нас это осень, зима скоро. Ба, почини меня, почини, золотай мне ножку. Да. Так, ну подожди, это нам тогда с тобой нужно эту, в пещеру отправиться. Пойдем с бабкой в пещеру Какая поедем. Какая пещера, ба, ой. Давай, вставай. Да еле иду, ба, хромаю. Да, ты не хромай, терпи, будь настоящей мини-женщиной. Да какая ты мини-женщина, я же сказала, что я маленькая девочка. Ой. Так, подожди, возьмем бензинчика. Ну, вообще, это машину нужно заправить. Ба, так на чё, ты топливом питаешься, да? Ой. Да, бабка такая энергичная, что она сама как топливо. Ой, бабусь, плохо, ножка, бабу, куда идти, бабусь? Ой. Сейчас, нам сюда, так, тупо дева, мини-женщина и бабушка заряжены теперь. Нам в другую сторону, подожди, да у меня склероз. Да ты издеваешься, у меня нога болит, да ты чё? Кажется, опять в другую сторону. Да твою кукурузину, ба, я еле хожу, знаешь, как больно. Я не знаю. А, знаю, конечно, я старая больная, такая же, как и ты. Я не старая, не больная, у меня просто ножка, бабочка, нужно залатать. О, мини-венчик. Так, секунду. Да куда ж ты поднимаешь тяжести, когда у тебя нога болит? Господи, сейчас бабка А ты уверена, что это не одноместная тачка? Так, ну значит, Кирочка пешком пойдет. Ба, пусти за руль, еле хожу, дай попробую сесть. Ба, ты просто, ну, нет слов, одноместную машину поставила, ба. Так я одна живу, господи. Ба.
Отпусти! Еле бабка хожу. Вообще-то колдовством занимается. Ой. Подожди, подожди, куда ты поехала? Ты не знаешь дороги, а ну-ка, так выйди. Давай ты вперед едь. Ого, ба, что это ты в астрал заходишь, я не поняла. Бабка магией вне Хогвартса заниматься умеет. Ба, ну ты... Опа! Ба, ты второй так... Ты вторую такую же решила сделать, да, ба? А ну вот, бабка есть? Сделала, бензинчик есть, бабке ж нужно что-то пить. Так вот, Кирка, давай за руль одной кареты, бабка. Давай, поехали, ба. Да, да, можно и так. Ба, заряди машинку, давай, давай еще чуть-чуть. Давай, давай, сейчас батарейки вставила, так сказать. Все, поехали, ба. А ты куда, дай бабка сядет. Да куда ты? Ба. Да подожди. Поставь машину, поставь мою карету, поехали нам мою в другую. Карету. Ты тупо решила такую вторую. Тупо на двух минивенчиках едем, да, ба? Ну, правильно, мы люди богатые. Ай-яй! Не такие, конечно, как наши чиновники, но к ним мы тоже съездим сегодня, потому что нам нужна наковальня. Пожалуй, парочку их машин, самолетов, вертолетов и остального сломаем и сделаем наковальню. А да-да? Ты уверена, что нам за это каналы не снесут за такое? А никто не узнает. А если они посмотрят, пробьют по словам, чиновник в видео присутствует, а? Ба. Чиновников в видео нет, только их техника. Слово чиновник присутствует, они просмотрят и блок нам... Так ты, может, меньше будешь говорить? Чиновник, чиновник, президент, Путин, 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 Путин. Владимир Владимирович Путин, пусть найдут нас. Теперь точно найдут нас. Теперь нас не только наши каналы найдут, но и нас. Да хватит, хватит, ребенок. Ты что, Кирка, откуда такая маленькая и такие слова уже знаешь? Бабусь, ой, больно. Давай, давай, кому сейчас легко? А у тебя нет ничего? Нам кажется, вот это дерево понадобится так. Там внутри, кажется, какая-то штука живая. Ну так правильно, в пещере ж кто водится? Призраки? Опачки? Ну или мобы какие-то. Мам, у меня есть Кирочка, держи. Давай раскопаем золото сейчас. Опачки. Ой, печку сейчас сделаем, прям тут забабахаем. Вот а зачем нам печка? Нам только факела. Нам нужно найти алмазы, чтобы тебя починить. Пипец, ба, ты хочешь алмаз тут искать? Ничего, что там вампиры бродят? Да нормально, пойдем, мы заряженные с тобой, современные люди. О, за бабушку! Ой, ба! Так они не сильно тебя бьют? Слушай, вообще прилично, но... Ой, нормально, твоя броня меня спасает, бабусь. Ой! Ну, конечно. Ой, так, больно. Опачки, один тут даже, глянь, световой блок поставил. А что это он тут световые блоки ставит? А ну иди, ой! Ножка болит, ба... О, походу он в стенку ушел, в астрал. Так, так, это ж хранители алмазов, если что, призраки. Да. И опачки, смотри! Ого! Ну-ка, копаем, копаем. О, да, починят ножки мои, починят опачки. Да, но теперь нам нужна наковальня, чтобы тебя починить. Пойдем к богатому человеку съездим. Давай, пойдем к чиновнику, бабусь, пойдем. Ща мы подорвем все этому чиновнику. Ой-ой-ой, подожди, подожди тут. Опа, опа. А как он залетает в эти, в астрал свой, ты глянь. Так это ж призрак, он через стены проходит, входит. Слушай, страшно, ба. Так, подожди, дитя, бабушка тут блоки ставит. Ой, ба, ножка, бобо. Да понимаю, у самой колени больные, блин. Ой, ба, ой. Да бабуся. Хватит стонать, нам из-за этого забанят еще. Нас из-за этого забанят, а не за это, бабуль. Ой. Так, так, так. Ой. Ба, где ты? Давай, на суперкар садись. Ой, села. Так. Ты его подняла, а не села. Я подняла и под себя подставила. Знаешь, так, как сложно поехали, идти? Поехали. Опачки. Так, ба, я немножко потерялась. Я тут на дороге. Где ты? Ага, сейчас бабка тебе платочком помашет. Давай, давай. Смотри, смотри, вверх. Вверх смотреть? Да, 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 вот так есть. Мне туда доехать, ба? Вот так, что ли? Просто вот так, да. Ой. Ой, машинка застряла, ба. Ого. Так, если что, мы тут уже нашли квартиру богатого человека. Давай, убиваем все. Всю его технику. Всю его технику? Ломай! Стой, 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 на этом... А если мы это заправим, мы, может быть, на этом можем улететь? Опачки! А оно тоже одноместное, да? А-а-а!
Баба! Подожди! Ты чё, самолёт-то чуть не бабахнула? Ба, чё будем? Его нужно бабахнуть. Чё будем этому чиновнику сносить, а, ба? Так, давай машинки... Та, бабушке-то лицо не сноси. А может быть киркой на... Хотя нет, вроде бы оружием. Опа, ба, смотри сколько... Бей. Опачки. Ого, держи, Бас, а ты сколько лута упало? Да, но нам нужно на наковальню. Сейчас мы еще обойдем. Вроде я тут лодочку присмотрела. Если лодочку? Она тут. Ага. Какой зимний. Опа. О, а нормально, ой, что она типа... Им тут типа нормально, да? Ну, тут, типа, как бы не покататься на ней. Да нормально, ну, как бы втиснуть да не в обиде. На, ба, бери дроп. Да надоело, я тебе выкидываю, а ты не можешь подобрать меня и тоже. На, ба. Держи. Какая держи. Злая кирка, слушайте. Держи, ба. Ау! Ой. Так, ну что, ой, кирочка? Ножка. А, что? Поехали домой обратно чаровать тебя. Поехали. Ой, мой минивенчик. Ой-ой-ой-ой. А я хочу на самолете. Давай, встретимся внизу. Ой. А я дорогу не помню к тебе домой. Ой, я твою тачку напоследок сломаю. А ты... Ой-ой-ой-ой, давай, я тебя проведу. Так, давай. О, я тебя жду. Ты, ба, смотри, там топлива мало, твой минивенчик сломай, чтобы лут забрать. Все, поехали, ба. Ага, давай. Так, опачки. Опа, по деревьям, хорошо, поехали. Так, а ты где? А, я вижу. А я не вижу. О, лечу. Да я сзади еду на самолете. Да? Да, вот она я. Решила не взлетать, да, бабуль? Опа. Ну-ка, я тоже хочу напоследок прокатиться. Уа! Ну тебе прям впритык бензина хватило, напоследок ба. Твоей жизни тебя чинить, блин, надо. Давай. Ну тогда, ой. Ой-ой-ой, ножки болят, ба. Сейчас сделаем наковальню, если бабушка вспомнит, как ее делать. Ба, я тоже не помню. Сейчас бабушка... Попробую. Да бабушка не тупая, я думаю, бабушка все сейчас узнает. Подожди, пожалуйста. Опачки. Опа, железный блок у меня вышел, ба, смотри. Давай, ложись. Ой, давай, ба, ну, чини мне ножки. Вышел, а алмазный сейчас зайдет. Дай алмазы. На. Угу. На, колесом тебе. На. Так, подожди. Раз, два, три. О! Ой, бабусечка. Все, мне стало куда лучше. Можем тебя еще зачаровать книгой 50 дней до моего... О, давай, ну-ка покажи-ка мне ее. О, давай, в себя засовывай. Ба, вот за это нам не дадут? Ба, походу теперь я знаю, почему тебе желтые дают, за такие-то. Так это книга! Ну да, всего-то книга. Ой! Ой! Ой, а, точно, ножку-то уже исцелили. Давай, бабуль, чаруй меня. Давай, книжечку. Да сама уже засунь, ну ладно. Сунь сама, давай. Господи. Оп! О! Все, бабуль, теперь я чувствую себя... Ой, такой живой, теперь можно пойти отсюда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Ну, ребенок, давай серию заканчивай. А, да, точно. Давай, бабусь. Я, короче, тебе сейчас все тут раскопаю. Ну, а мы с тобой попрощаемся с ребятами. Так что вы, ребята, ставьте лайк, если понравилось видео. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое. Ну, а с вами была Фласочка. Подожди. И если вы досмотрели до этого момента, напишите в комментариях слово «алмаз». Тогда мы будем... Именно через «о». Тогда мы будем знать, что вы самые классные ребята, которые смотрят ролики до конца, и пролайкаем вас. С вами была Фласочка, алмазная Кирочка и... И бабушка Неку, всем пока. Всем пока, ребята.